здорово оказаться на необитаемом острове. Природа, море, солнце и песок. Но почему же все так стараются оттуда сбежать? О, вечеринка в тропическом стиле. Атмосфера просто огонь. Модная музыка, хорошая компания, еда и напитки. Что еще нужно? Похоже, веселье продлится до утра. О, где это я? Что происходит? Кажется, вечеринка пошла не по плану. Джейн, скорее просыпайся. Как мы здесь оказались? Что? Что ты кричишь? Ой, а где мы? Лили, в чем дело? Вот и я хотела бы это узнать. У тебя есть какие-то варианты? Ума не приложу. Мы были на вечеринке. А потом произошло что-то необъяснимое. Смотри, кругом только джунгли и вода. Много воды. Похоже, мы на острове. Мне что-то не по себе, Джейн. Угу, может, осмотримся? Да, на каблуках далеко не уйдешь. Ты права, босиком по песку намного удобнее. Так, и что тут у нас? Джейн, посмотри, сколько интересных деревьев. А это растение я знаю. Это бамбук. Из него получится отличный шалаш. Шалаш? Хорошая идея. Давай возьмем побольше. 4 палок будет достаточно. Подожди, нужно же чем-то завязать? О, секунду. Эта лиана отлично подойдет. Супер. Давай наматывай побольше. Готово. Но мне кажется, чего-то не хватает. Посмотри, пальмовые листья – то, что нужно. Закрепим их к каркасу. Теперь ни солнце, ни дождь не страшны. Какое милое бунгало. И что, мы будем спать на песке? Не думаю. Посмотри, водоросли. Отличная подстилка. О, здорово, все удобства. Ох, да, теперь можно немного отдохнуть. Лили, что это? Там кто-то есть. Серьезно, где? Вон в тех кустах. Там какой-то шорох. Может, придумаем какую-нибудь ловушку? Отличная идея. Пойдем. Посмотри, эта лиана вроде прочная. Натянем ее между стволами деревьев. Вот так. Теперь никто не пройдет незамеченным. Можно спать спокойно. Приятных снов, Джейн. И тебе, Лили. Похоже, у девушек гости. Упс, ну вот и ловушка пригодилась. Лили, скорее вставай. Кто это, Джейн? Мне страшно. Кажется, это человек. Наверное, какой-то дикарь. Он съест нас. Нет, нет, не бойтесь. Я не людоед. Я не сделаю вам ничего плохого. Не подходи. Эй, я просто хочу познакомиться. Можно вашу ручку, мадам? И вашу, пожалуйста. Кажется, он и вправду не опасен. Меня зовут Понедельник. Я на этом острове давно. И, как и вы, попал на него случайно. О, мы до сих пор не можем понять, как здесь оказались. Мы были на вечеринке, а проснулись на острове. Все, что мы хотим, как можно скорее очутиться дома. О, у вас такая красивая одежда. Но она совершенно не подходит для необитаемого острова. Ну да, мы же собирались на пати. Но кроме этих вещей у нас больше ничего нет. Пойдемте, я вам кое-что покажу. Смотрите, здесь можно найти одежду поудобнее. О, нет, снимать одежду со скелета? Ты серьезно? Не переживайте, в этом чемодане достаточно вещей. Ох, вот это другое дело. Отличные шортики. И маечка, то, что нужно. Ну как, Понедельник? Вроде неплохо? О, отлично. Теперь хоть в джунгли. Кажется, начинается дождь. Ну да, мы же в тропиках. Очень вовремя. Вода нам пригодится. А еще понадобится кокос. Нужно его только открыть. Вот так. Отлично. Поставим его вот сюда. Скручиваем широкий лист. И собираем в кокос свежую дождевую воду. Замечательно. Прошу вас, попробуйте. О, это вкусно. Держи, Джейн. Серьезно? Большое спасибо, Понедельник. Ты такой добрый. И что бы мы без тебя делали?
О, живот уже урчит. Так хочется есть. Очень хочется, Лили. Кстати, на этих пальмах ни одного тропического фрукта. Эй, понедельник, у тебя что, есть еда? Да, очень вкусный банан. Хотите попробовать? О, да, это было бы очень кстати. Понял, сейчас все будет. Ананасы только с грядки. Свежесорванные бананы и самый спелый кокосик. Лили, Джейн, а вот и еда. Ого, вот это тропический урожай. Да, остров очень богат фруктами. Угощайтесь. Просто праздник какой-то. Держи, Лили. О, пустяки. Нужно просто знать, где искать. Смотрите, рыба. Вот бы ее поймать. Без проблем. Секунду. Быстрее, быстрее. Не упусти ее. Из чего же смастерить удочку? О, какая прочная. Тонкая лианка подойдет. А удилище можно сделать из камыша. Привязываем к нему лиану. Ну что, понедельник, как успехи? Почти готово. Не хватает только крючка. Джейн, а ведь у тебя есть то, что нам нужно. Точно, сережка. Ты гений, Лили. Получится превосходная удочка. Ну все, приступаем к рыбалке. Кажется, клюет. Тяни, понедельник. О, какая она красивая. И вкусная, наверное. Ура! У нас будет настоящий ужин. Чтобы приготовить рыбу, нам нужен огонь. Попробуем старый способ. Высечь искру из камня не получается. Идея! Лили, у тебя же есть очки. Точно! Пропускаем солнечный луч через линзу. Готово! Голодными мы точно не останемся. Ужин будет просто незабываемым. Вот и все. Угощайтесь. Никогда в жизни не ела такой вкусной рыбы. С ума сойти. Лучше, чем в ресторане. Не то слово. Животик доволен. О, только есть одна проблема. Зубной налет. И еще этот запах изо рта. Ничего, это тоже можно исправить. Лили, ты уже доела банан? Нам понадобится его кожура. Кожура? А зачем? Ее можно отлично почистить зубы. Держи, Джейн. А это тебе, Лили. Вот, смотрите, как надо. Это правда помогает? Забавно и совсем не сложно. Чистка зубов со вкусом банана. Ага, просто блеск. Отлично прогулялись. О, да, вокруг так красиво. Только посмотри, что с нашим шалашом? Откуда здесь столько паутины? Ума не приложу. Полчища пауков? Кажется, один, но очень большой. Вон он, сидит в своей норке. Ну и жуть, такой огромный. И что делать? Смотри, в моих новых шортах была упаковка жвачки. Нужно немного разжевать. Лили, ты точно знаешь, что делать? Ну, конечно. Ты что, не ловила в детстве тарантулов? Цепляем жвачку на травинку и опускаем ее в норку. Паук цепится в жвачку, и мы сможем вытащить его наружу. Ну вот, похоже, паучок влип. Тяни, Лили. Готово? Посмотри, какой он красивый. Бррр, убери его подальше. Ненавижу пауков. Брось, он просто милашка. Посмотри, как забавно шевелит лапками. Давай его выпустим, пусть живет. Беги, паучок, счастливого пути. Сегодня так жарко. Может, позагораем? А почему бы и нет? Главное, не уснуть. Кажется, припекает. А, мамочки, мое лицо! Это ужасно! Кожу так печет. Эй! Что у вас здесь случилось? Понедельник, это катастрофа. Только посмотри на наши лица. О да, вы изрядно обгорели. Но я знаю, что делать. Кокосовое молоко. Лучшее средство от ожогов. Ты серьезно, понедельник? Сейчас все сами увидите. Немного тебе и тебе. Просто нанесите его на лицо. О, так приятно. Я уже чувствую облегчение. Да. Кожа уже почти не горит. Жизнь в тропиках – это на любителя. Это солнце просто сводит с ума. А еще от него ужасно болит голова. Понедельник, как ты с этим справляешься? Все просто. Как вам моя шляпка? Думаю, вам нужна такая же. О, было бы классно. Ждите меня здесь.
вот и подходящая пальма. Срываем несколько листьев. Девушки, я уже здесь. Скоро у вас будут эксклюзивные головные уборы. Готово? Прошу вас. О, какие они милые. И так хорошо сидят. И солнце теперь совсем не проблема. Просто чудо. Спасибо, понедельник. Ты снова нас спас. Песни под гитару у костра. Это так романтично. Здорово сидим. Но отсюда надо как-то выбираться. А давайте отправим письмо с просьбой о помощи. Вот эта бутылка как раз подойдет. Уголек вместо карандаша. Отлично! Закрываем. Осталось бросить ее в океан. Супер! Теперь нас точно спасут. А давайте станцуем танец дикарей. Ну и чем мы хуже их? Дикий остров. Дикие вечеринки. Так, и что же тут происходит? Что? Джейн, проснись. Кто вы? Как вы тут оказались? А, вы приехали нас спасать! И снять репортаж про выжившую троицу? Нет, это уму непостижимо. Что вы тут делаете, девочки? Откуда здесь посторонние люди? Безобразие. Стоило уйти на выходные. А ну вон со съемочной площадки, быстро. А тебя мы попросим остаться. В чем дело? Почему съемка стоит? Где ты ходишь? А ну за дело. Встань возле пальмы. Приготовились? Камера. Съемка. Мотор. Понравилась наша история про выходные на необитаемом острове? А тебе хотелось бы оказаться один на один с дикой природой? Напиши свой ответ в комментарии. И обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на наш канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше веселых скетчей на канале Трум-Трум-Вау!